А ты слышал, тротил нашего района устроился на работу? Этот, знаешь, ради денег сделает все, что угодно. Ты здесь что делаешь? Что-что, жену привел, аппендицит вырезают. Что-то серьезное? Да нет, здесь другое. Все по страховке. Каждую неделю ей здесь делают операцию, а эти лохи каждый раз нам за это платят. Ну, мы с хирургами делимся. Короче, красиво их кидаем. Значит, женился и мне об этом ни слова? А что, я сказал, что она моя жена? Да, братан. Да нет, какая она мне жена? Ну, я с ней, у нее богатый отец, короче, красиво доим отца. Смотри, братан, там кого-то привезли. Что произошло? Автокатастрофа. Иностранец? Да. У него внутреннее кровотечение. Надо срочно сделать переливание крови. Вы уточнили, какая у него группа? Нет, не успели. У этих иностранцев обычно где-то написано. Надо поискать. Если найдем, то надежда на спасение есть. О, нашел. Четвертое отрицательное. У нас есть? Нет, нету. Даже одной бутылки? Нет. Мы потеряли больного. Братан, разве у тебя не четвертая группа с отрицательным? Да, так и есть. Доктор, у моего друга четвертая с отрицательным резусом. Я вас прошу, прямо сейчас идите с медсестрой в соседнюю комнату. Нам необходима ваша кровь. Да я не согласен. Смилуйтесь. Очевидно, он богат. Я просто уверен, потом он вас отблагодарит. Даже я буду содействовать. Я сказал, что я не согласен. Поймите, здесь вопрос жизни и смерти. Если выкарабкается, он даст вам и 3000. 3-5 тысяч. Нет, не согласен. Да поймите же, он богат. Ради спасения своей жизни он и 10 тысяч, 20 тысяч даст. Да нет, не согласен я. Я понял. Вы хотите получить больше. Поверьте, с этим проблем не будет. Он и 30 тысяч отдаст. Ради спасения своей жизни 30 тысяч не жалко. Отдаст каждый, тем более он. Послушайте, я вам говорю окончательно, нет. А почему нет, братан? Да потому что если капля моей крови войдет в его организм, он точно меня красиво кинет. Понятно. Жалко парня.